спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В среду в Самарском регионе жарко и малооблачно. Температура воздуха днем плюс 29-31. Ночью без осадков плюс 20. Ветер слабый, северного направления 1-2 метра в секунду. В Сызрани в дневное время малооблачно, штиль, плюс 28-31, ночью плюс 18, без осадков. В Тольятти днем плюс 29, ясно, ночью плюс 21, северный ветер 1-2 метра в секунду. В Самаре днем ясно, до плюс 30, к вечеру малооблачно, ночью плюс 20-22, ветер северный, северо-западный 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха 65%. Температура воды в Волге плюс 23. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.